Смотри, какую лодочку нашел в коробочке. Украинский государственный концерн местной промышленности. Укрместпром. Завод Днепропластмасс. Днепропетровск. Улица Вокзальная, 5. Готов увидеть название? Смотри. Гайдола или Гайдола или Гандола. Шкатулка сувенирная. А нарисована лодка. Сейчас будем распечатывать. Как говорится, распаковочка. Так, это лодочка. А вот он. Рыбачок вылетел. Смотри, какая черненькая. С элементами посеребрения. Что это тут такой какой-то дымарик еще есть? Домик. Сейчас я тебя соберу. Ребятки, кто хочет такую шкатулочку? Сегодня я ее уже буду продавать. Надо разобраться, куда что тут ставить. Так. Что-то непонятно. А, все понятно. Это вот так вот. Это, наверное, вот так вот. Ладно, это попозже сейчас разберусь. Но вот этот рыбачок с веслом точно сюда вставляется. Ну и гондола. Ну и гондола. Смотри на нее. Раз. Короче, пацаны, я ее сейчас соберу. Соберу. Пофоткаю. И выложу в аукцион. Кто хочет вот эту вот странную лодку, гондолу или гайдолу, или гайдола, переходите по ссылочке, уже сегодня она будет в продаже.